В минувшую субботу во дворце спорта «Дельфин» был настоящий аншлаг. В этот день состоялись веселые старты среди дельфинят, воспитанников секции плавания. На данный момент с детьми занимаются 6 тренеров, каждый из которых основательно подготовил юных пловцов к соревнованиям. Заплывы проходили в нескольких программах. Среди них вольный стиль, 12-метровый заплыв с доской для самых маленьких и заплывы с ластами доской. Всего в соревнованиях приняли участие около 160 пловцов, самым младшим из которых всего 4 года. Для них веселые старты – это шанс продемонстрировать самые первые достижения в плавании. Ну а старшие, 16-летние спортсмены, показывали мастерство высокого уровня. Всего по итогам соревнований разыграли 30 комплектов медалей. Проигравших в этот день не было. Каждый дельфиненок получил почетную грамоту за участие в веселых стартах. Довольны остались и многочисленные зрители. Кобелка достижений пополнена, а значит, пора возвращаться к тренировкам и готовиться к новым победам. Попробовать свои силы в таком виде спорта, как плавание, никогда не поздно. Набор в секции открыт круглый год.